Кажется, проблема с этим участком земли и расположенными на нем торговыми павильонами никогда не разрешится. Вот уже на протяжении полугода в полосе отвода железной дороги в сельском поселении Жаворонковское находятся постройки, где активно ведется торговля, а помещения сдаются в аренду. С октября месяца ведется незаконное строительство торговых павильонов. Предоставляются застройщиками документы, которые РЖД доказано, что это документы фальшивые. Договор аренды с РЖД не заключен. Представители администрации поселения утверждают, что место не только принадлежит РЖД, но и было специально отведено для дальнейшего строительства здесь транспортно-пересадочного узла нового поколения. А теперь приходится буквально бороться за этот участок земли с владельцами этих павильонов. С этим вопросом мы начали обращаться к РЖД, что это такое происходит на их территории. Вот видно забор станции. И вот она, эта площадка. В дальнейшем она была отсыпана, и уже вот то, что вы видите сейчас. На сегодняшний день павильоны функционируют в полной мере. С декабря они стали заметно больше, а арендаторов помещений значительно прибавилось. Уже в данных павильонах, если посмотреть, то торговля ведется, и ведется она с декабря месяца. И арендаторы не понимают о том, что они находятся здесь незаконно. Они перешли с рынка. Их все устраивает, арендная ставка, наверное, пониже. Проблемным участком возле железной дороги в Жаворонках уже заинтересовалась районная администрация. Пока что торговые ряды находятся на стадии демонтажа. Анна Пряхина, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».